Тут кто-нибудь есть? Что это было? Пора покончить с этой глупой игрой. Пора покончить с этой глупой игрой. Thank you.
Кто-нибудь есть?
просто отдай золото. А он разве послушал? Нет. Они вечно сопротивляются. Карманные кражи, вот это искусство. Никаких тебе потасовок. Взял и пошел. Ха, скучно, наверное. Ты что-нибудь слышишь? Тут кто-то есть? Что не дождусь, собрать? Смерть тебе за это! Тебе не спрятаться от... Вот!
мелкие черви, ползающие в грязи нашего разврата. А ты преодолел рог смертных и теперь обитаешь среди звезд. Но ты был когда-то человек. Я тут. Ты приносишь нам славу. Отлично, брат по оружию. До встречи. Будут вопросы? Приходи. Я знаю нашу историю почти так же хорошо, как и Вигнер, но в отличие от него я ее помню. Я искал тебя. Да, дитя, присядь. Я слышал, у тебя в последнее время много дел. Ваши сердца полны скорби, а мое собственное рыдает Аскьори. Но его смерть давно отомщена. Вы и так взяли больше жизней, чем требует честь. Замкнутый круг возмездия все еще длится. В любом случае, у меня для тебя задание. Тебе уже рассказывали, как мы стали вервольфами. Доля истины в его словах есть, но на самом деле все гораздо сложнее. Как всегда. Братству соратников примерно 5000 лет, а история со звериной кровью тревожит нас всего несколько веков. Один из моих предшественников был хорошим, но недальновидным человеком. Он заключил сделку с гленморильскими ведьмами. Сделка заключалась в том, что если соратники будут охотиться во имя их господина, Херсина, нам будет дарована огромная сила. Они не думали, что это перемена навсегда. Ведьмы предложили плату, как и все остальные. Но нас обманули. Мы дойдем до этого. Все не так просто. Их недостаточно только убить. Видишь ли, болезнь поражает не только наши тела. Она пропитывает душу. Когда вервольф умирает, Херсин призывает его в свои охотничьи угодья. Для некоторых это рай. Они мечтают лишь о том, чтобы вечно загонять добычу для своего владыки. И это их выбор. Но я все еще истинный Норд, и я хочу, чтобы мой дух упокоился в Совенгарде. Я потратил долгие годы, чтобы выяснить это. И теперь я знаю ответ. Магия ведьм завлекла нас в ловушку, и только она способна освободить нас. Они не помогут нам добровольно, но мы можем отобрать у них злую силу. Я прошу тебя найти их. Разыщи их, Ковен, в лесной чаще. Уничтожь их, как пристало истинному воину леса. И принеси мне их головы, вместилище их способностей. Тогда мы сможем смыть с себя эти столетия грязи. Хорошо, теперь поспеши и не оставляй никого в живых. Да направит тебя Талос, мальчик.
я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Посмотрим. У меня тут письмо и гора золота. Вроде как это тебе в наследство. Да, да. Мои соболезнования. Но вроде все. Ладно, мне пора. В чем дело? Что, непривычно видеть перед собой сильную женщину? Эх, я помню, когда-то серые гривы и сыны битвы жили в мире. Если б не Вигнар, был бы мне конец. Он приютил меня и помог измениться к лучшему. Что умеет мужчина, я сумею еще лучше. Что, выпивку разносить? Говорят, стража рассвета возрождается. Это... Товары, инструмент, оружие. Все по хорошей цене. Мир тебе на дороге. Да будет постель твоя теплой, а трапеза вкусной. Хочешь что-нибудь купить? Счастлив! Дороги Скайрима таят множество опасностей. Погляди. Пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Путь истинный.
Возьми это и храни себе. Мне не до разговоров. Вздумаешь вилять или хитрить, я тебя прикрою. Я серьезно. Мимо никто не пробегал. Да. А откуда это у тебя? Хотя ладно, неважно. Держи. Это немного, но лучше, чем ничего. Я отыщу этого вора и убью его. Жизни такого видеть не доводилось. Во имя богов. Даже не знаю, что и сказать.
Я уже много лет охочусь и рыбачу в этих местах. Кому от этого плохо? Ярл же не может съесть всех оленей в округе. Это нравится все меньше и меньше.